Так, что у меня тут вести с полей? Ну, в общем, раздатку поставил, внедрил, скажем так. Ну, тут трубу, конечно, просто порезать, жалко было, но по-другому никак. Ну, на Неве, конечно, стоит вот так вот. У меня стоит теперь так. Так, тут у меня будет мягкое соединение. Так, это у нас отпилится. Ну, примерно под днище будет плоское дно. Ну, для этого мне пришлось поднять редуктор. То есть редуктор у меня вот здесь вот он крепился примерно. То есть на сантиметр полтора. Ну и пришлось здесь вот пересверлить отверстие. Ну, потому что чтобы угол шуруса был привода рабочий. Ну, тут, конечно, крепления поставил много. Ну, тут у него завод.